Травма у меня произошла достаточно уже давно, то есть 2006 год. Было ДТП, в результате которого непосредственно произошел перелом позвоночника. Был госпитализирован в 33-ю городскую клиническую больницу города Москвы, где спустя некоторое время была сделана мне операция. Ну вот с тех пор я активно реабилитируюсь и восстанавливаюсь. Искал всевозможные методы лечения, в том числе интересовался современными разработками, которые предлагает нам медицина и наука. Интересовался в том числе экзоскелетами израильского производства, американского, японского. И когда я узнал, что в России есть подобные разработки, то, естественно, я с воодушевлением воспринял эту новость и решил поучаствовать в подобном проекте. Написал открытое письмо на сайт экзоатлета. И свершилось чудо. Я попал в число первых претендентов на клинические исследования. На тот момент это август 2015 года. Группа первых тестируемых людей в первую десятку на базе МХЦ имени Пирогова. И с тех пор мы сотрудничаем с компанией «Экзоатлет». Вы знаете, у меня был достаточно обширный опыт до знакомства с экзоскелетами, в частности, экзоскелетом компании «Экзоатлет». Я долгие годы проходил реабилитационное лечение в санаториях, в различных медицинских центрах нашей страны, России, за границей был опыт у меня. Ну, это стандартный зачастую подход, классическое лечение неврологических травм, в частности, повреждений позвоночника, массажи, лечебная физкультура, рефлексотерапия, своего рода механотерапия, то есть вертикализаторы всевозможные, локомоторные машины. И в дальнейшем как бы вот у меня случился опыт применения экзоскелета. Ой, вы знаете, ощущения были фантастические. Не скрою, что голубой мечтой каждого человека, который утратил там те или иные возможности, те или иные функции, это, конечно, вернуть их. И я не исключение. Поэтому первые эмоции можно сравнить с детскими переживаниями ребенка, который приходит в детский мир и искренне хочет получить ту или иную игрушку. Ну вот, наверное, можно сравнить с этим. То есть, конечно, это и волнение, и какие-то переживания, и серьезные ожидания того, что будет свершиться какое-то чудо. Но вот небольшое чудо произошло. Я встал, могу ходить. Сейчас, благодаря вот подобному изобретению, подобному инновационному роботу, так сказать, ну, надеюсь, в дальнейшем буду тренироваться, работать над собой лично и добьюсь больших высот в своей реабилитации. Ну, как я уже упомянул, у меня был достаточно богатый опыт реабилитации и уже какое-то свое определенное видение, свои определенные взгляды на реабилитацию у меня уже сложилось. И, конечно, я четко осознавал, что экзоскелет — это не панацея, он ничто не сделает за меня. И самым главным условием является именно работа и тренировки. Какие у меня какой у меня прогресс здоровью, ну, могу четко по фактам назвать. Улучшилась иннервация. То есть улучшилась чувствительность. Ведь не секрет, что при травме позвоночника зачастую чувствительность снижается или пропадает полностью. Поэтому это очень для той же ходьбы немаловажный факт.
Улучшилась трофика, то есть кровоснабжение. Я могу четко сказать, что у меня стали теплее ноги. То есть тем самым кровоток был намного улучшен благодаря вот пассивным движениям и самому вертикальному положению. То есть это тоже как можно отметить как факт. Но опять же должен сказать, что само вертикальное положение – это наиболее естественное положение для человеческого организма. И в частности, при спинальной травме долгие годы люди не имеют возможности встать, передвигаться, и от этого идет много побочных заболеваний. А когда мы правильно стоим, то у нас вывешены органы правильно, кровообращение улучшается, сердечно-сосудистая система правильно работает. Окреп физически, это самое главное. Плечевой пояс активно работает, спина активно работает, то есть эта нагрузка вся чувствуется полноценно. Вот, ну что еще должен сказать? Движения появились, вот, усилились собственные движения и удалось нарастить новый объем движений. То есть это говорит о том, что я на правильном пути и рано или поздно все-таки получится встать, пойти самостоятельно и не иметь преград никаких. Действительно, мы с командой «Экзоатлет» смогли добиться своеобразного рекорда по продолжительности ходьбы. Это было у нас в Санкт-Петербурге. Мы проходили ряд клинических исследований в НИИ физиопульмонологии. И действительно был поставлен своеобразный рекорд. Более 3 часов, около 3,5 часов, мы беспрерывно шли от старта до финиша. Тем самым доказали безграничные возможности робота и человеческих способностей, что можно развить их, несмотря ни на какую травму, ни на какое заболевание, можно добиться высоких результатов. Ну, должен отметить также, что мы желаем не останавливаться на достигнутом, а ставить новые рекорды, что будет подхлёстывать и тех ребят и девушек, которые вновь вступают на путь, непростой путь реабилитации. К сожалению, у нас травмы происходят, и, так сказать, травма молодеет, поэтому одной из основной целью экзоскелета – это, конечно, помочь как можно большему количеству людей вновь встать и ощутить радость движения. Вот. Поэтому будем работать и ставить новые рекорды. Да, действительно, мне удалось поучаствовать в таком замечательном событии, как нейроатлон 2018. Ну, постепенно новейшие технологии на месте не стоят, идут семимильными шагами вперед. И также отрадно осознавать, что у нас в стране проводятся соревнования, которые посвящены именно прорывным технологиям. И в том числе активно представлена компания «Экзоатлет» и ваш покорный слуга. Вот. Поэтому я должен сказать, что я изначально настраивался, что у меня будет серьезный, сильный соперник. Настраивался на борьбу, потому что соперник именитый, неуступчивый. И на, так сказать, финальных шагах удалось на последних секундах вырвать победу. Это было непросто, но это богачайший опыт, и очень было интересно. И Денис очень сильный соперник, поэтому было вдвойне приятно победить именно такого именитого конкурента, можно так сказать.